Сезон сбора грибов начался во Владивостоке, но на сегодняшний день на прилавках рынков находятся грибы только с Михайловского района. В основном это абабки. Ну, обычно он начинается немножечко попозже, чуть-чуть попозже, но в этом году лето немножко нестандартное получилось. Рано пришло тепло, дожди плюс были, и поэтому грибы пошли раньше. Также стоит отметить, что людям, которые планируют отправиться по грибы, нужно тщательно изучить их виды и местность, чтобы избежать отравления. Есть, к примеру, такой гриб, он не ядовитый, но он может испортить людям, похожий на белый гриб. Он называется сатанинский, только у него такая шляпка такая серая, немножечко с буроватым таким оттенком легким, но на срезе, во-первых, он синий, а второе, шляпка снизу желтая, а ножка такая красноватая ножка. Вот этот гриб, он может испортить вообще все блюдо, то есть он дает страшную горечь, но он не ядовитый. Следует придерживаться определенных рекомендаций. Собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест, в экологически чистых районах. Срезать только хорошо знакомые виды грибов, причем с целой ножкой. Не пробовать их сырыми и тщательно готовить. Ксения Быкова, Степан Скляров, Новости на Восьмом.